хочу приветствовать всех вас, участников 11-го международного открытого чемпионата по ловле карпа, Карельский карп 2020. Барух аба лекулам ле тахарут карпфишинг патуах Галиль 2020. Я рад видеть то, что этот зал заполнен практически полностью. Этот турнир несколько отличается от предыдущих. Первым, чем она отличается, тем, что это первый запятый турнир, в котором участвуют две страны, чемпионы мира. Во-первых, команда «Бегущий носорог». Поднимитесь. Короче, бегущее животное. Карнафрац. Карнафрац. Я извиняюсь, не бейте ногами. Карнафрац. Карнат. Так, вас еще не радует. Короче, ребята, вы попали, вас позвали всеми возможными. Тёма! Да, хочу сейчас представить, соответственно, как Карнат Фандуэль. Колесников. Естественно, команда, которая уже стала символом нашего турнира, команда из Беларуси, Тиба Карп. То есть, как бы, этот турнир у нас очень такой, как винегрет, короче. Информационный. А кто-то зовут Кмос Салат, Кешка. Салат. Кама Куцот, Шем Хелек Михуль, Хелек Ми Исраэль. Ну, Раф и Руша, он Матбуха. Матбуха. Салат. Турки. Чем еще уникален этот год? Этот год уникален уровень воды в Кинерете. Мами миухат ба шана азоти, а гоба майм аля в Кинерете. Последний раз, когда я смотрел, было указано, что текущий уровень 210 метров, 53 сантиметра ниже уровня моря. Пам ахуна ше ани истакальти бераити ше 210 метр 53 сантим тахат лекава ямайм. Да, но две недели назад было 210.81, то есть 30 сантиметров за две недели. Тох швуаем амайм алюки 30 сантим. Нет, 53 сантиметра и 81 сантиметр. Это 30 сантиметров. Математики. Вы прекрасно понимаете, что во многих местах, где пологий берег, 30 сантиметров – это 10 метров берега. А ты макерим, что в микомот бакинера, ты хочешь 30 сантиметров алю, и нам не вшарут для митча макуцов.
Что мы писали на форуме, мы предполагали, что мы берем полностью восточное побережье Кенерета и никуда с него не сдвигаемся. Маша технанно уже нахлюхим цадом израхи шеле Кенерет, вело за зим именно. Но жизнь меняет наши предположения. После того, как наша судейская команда сбилась с ног вчера в поисках секторов, было принято решение все-таки захватить и западное побережье тоже. Лахар ше шофтим паткут ахов, ухлят лакахат гам маравим. Я вам объясню, почему. Вы понимаете прекрасно, что мы можем посадить все команды вообще на одном пляже, если очень захотим. Ты макерим ше им авуцим яхули насим кулам бехов лихат безел. Но вы прекрасно понимаете также, что это значит, соответственно, что две трети команд останутся вообще без работы. Поэтому мы пытались сделать максимум возможного для того, чтобы все команды попали в такие условия, где они могут поймать рыбу. ולכן עשינו כל המאמצים לסדר את הסקטורים על מנת שכל הקבוצות יוכלו לתפוס דגים. По поводу секторов, я думаю, вам лучше расскажет главный судья турнира Александр Жарников, он же Кеша. Кеша. Всем добрый день. Значит, то, что касается размера сектора. Сектора все размеры одинаковые. Каждый сектор имеет буферную зону 10 метров между секторами. כל הסקטורים יש להם буфер של 10 метров. כל הסקטורים שווים. То, что я могу сказать, что подход к секторам есть, подход к секторам очень сложный, поэтому надо будет осторожно, потому что есть камни, которые это самое, живые камни, которые можно, не дай бог, поломать руку. Я гай лен цат каша, я шарбес пемаком, улахен царик лаги лен безиру. На этой неделе прогноз погоды обещает быть очень хороший, как бы лето. Мезека авиртов. Но если вдруг пойдет дождь, то понятное дело, что если места вы увидите, не будет протекать большие потоки воды, желательно рядом стоять лава. מזג האוויר ללא גשם, אבל לכל זאת, אם יהיה גשם, תשימו לב איפה אתם מקימים את האוהל שלכם, על מנת שלא יהיו שם זרמים של המים למטה. Вода до сих пор поднимается в Кенерете, поэтому большая просьба не ставить лагерь рядом с водой, потому что его все равно затопит. То есть как минимум метра 4-5 от кромки воды постановить лагерь. Минимум. מים עדיין עולים, ולכן בקשה לא לשים אוהלים יותר מ-5-6 מטר קרוב לקו המים. כדאי להגיד לזה קרה, פניית הדיון שסיכרס נתן במטר לחוץ הלודי, אני עושה את הפוצרים למים, כך פרעלה, אני... שאתם, כדאי вы подъедете к секторам, на некоторых секторах есть люди, которые не знают, что здесь будет проходить соревнование, они покинут этот сектор к вечеру. Возникает какая-то проблема, у вас есть мой номер телефона, как я решаю свою проблему. Кушу хоть на машину, я что ли помню? Мешала! Теперь у нас возникла одна маленькая проблема, которая, она маленькая как бы для нас, но для вас большая для вас. Значит, у нас есть два сектора на пляже Сусита. Это самые крайние сектора. Просто есть там шлагбаум. И ключа от этого шлагбаума открыть не может никто. Поэтому там есть где-то 300 метров, которые надо вести в силу.
Оборудование. И просто мы не знаем, какие команды. Пляж открыл, мы вам скажем постараться. Он говорит открыли. Шлагбаум открыт. Шлагбаум въездной открыт следующий шлагбаум. Следующий. Тоже открыто. Не, мы заехали прямо на пляж. Нет, в самом деле. Шли секторы, шикаемим без усита. יש שם בעיה קטנה מבחינת השופטים, אבל קצת יותר גדולה מבחינתכם. הקבוצות שהגיעו לשם, יש שם שער סגור בערך 300 מטר, תצטרכו להעביר את הציוד. אנחנו מנסים למצוא מפתח או לארגן את המפתח, או נראה מה יהיה. עודיס. Я еще раз повторюсь, команды, которые придут туда, у них нет тележки, то есть как бы мы обязуемся вам найти тележку, привезти, вы перевезете оборудование, понятное дело, что как бы мы сделаем помощь. А шофтим митхайвим, что им акузот егиу шама в лёйлеем шама агала, амина исход кола циют лекибун асектос, анахну митхайвим лагия, велисая лахем лагим тациют. Чем табиру? Еще раз хочу попросить всех как бы быть внимательными, следить за собой, за здоровьем. То есть в первую очередь все должны вернуться домой целыми и здоровыми. Вот. И понятно, где уже сопризаться. טוב, מבקש מכולם שכולם ישמרו על עצמם, ישמרו על בריאותם, שכולם יוכלו לחזור הביתה בשלום. אינשאללה. То, что касается секторов, карта секторов изменилась. То есть именно из-за того, что нам пришлось 4 сектора перевести на другую сторону Кенерета. Поэтому как бы после жеребьевки я объясню, у каждого будет свой сектор. Нашим гостям из-за рубежа их проводят к этим секторам. Понятное дело, они даже сетать карту не найдут, это очень сложно. Вот. И, короче, опять-таки, я повторю все вопросы, возникающие с секторами, соревнованиями. Кто не читал правила с правилами, можете обращаться ко мне, либо к администратору соревнований Маслину Андрею. Лигабей асекторим, хелик ме асекторим, альпия мапа иштану, улахен адивше кола квуца, שלא מכירה איפה הסקטור שלה, יבוא או לשופט ראשי או לאדמיניסטרטור אנדרי, הוא יסביר לכם ויסייע לכם להגיע למקום. Я повторюсь еще раз, проверьте, что у вас есть мой номер телефона, чтобы вы могли со мной связаться. Для наших зарубежных команд, когда вы ко мне звоните, вам говорят что-то на иврите, не обращайте внимания, вам просто говорят, добро пожаловать, мы рады вас видеть. Вот, и как-то потом я вам обязательно отвечу, потому что на иврите можете не понять. Андрей. Левадот бакаша шели кола квуцот, еш миспар телефон шел Алекс о шел Андрей. Им ми шеен ло, бесиум аграла, слиха, лаги ава лакаха. И постаните шуи. Быстрому. Я хочу сказать, я скажу сейчас, что команды, которые будут выходить, они заходят с той стороны. Понятно. Голек вот тот же, курим мы, мы боим у Лимана, либо Бама, боит Липо. Это же они, все да? О, да. Генеральный спонсор Туркира, магазин Клуб РБК. Лена, ты здесь? Также у нас в этом году есть еще несколько спонсоров, некоторые из них новые, мы очень рады видеть новых спонсоров всегда. Один из них это Саша, памятный магазин компьютерной техники «Альпан». Альпан, слыхал. Александр? Панкин? Панкин, слыхал. Также внезапно спонсором стал снова магазин Эхолот Карфишн Беларусь.
Крещен Белоруссия! Это еще не все. Внезапно новый спонсор турнира, первый в Израиле, производитель кормов, наживок, насадок, типа фарамо, арома, всего остального, магазин Гика, Сандлер Игорь. Покажи свой. Випим в петионок, Сандлер Игорь. Рыбакелла. Встань, пожалуйста. И а также внезапно вчера мне позвонил Белореков, фирма Санитар, напальчники, и сказал, что он как бы сделает именные напальчники для победителей. Но так как если заранее сделать он их не мог, он их сделает после окончания турнира и вышли. הוא מכין את זה אישי לקבוצות שיקחו מקומות הראשונים. עקב כך שהוא לא יודע מי לקח, אני יודע אבל לא משנה, לקח את המקום הראשון, אז הוא יעשה את זה בסיום התחרות ויכין את זה וישלח את זה לישראל. אוקיי. Не надо только то, что будет в России послать, но... Так. Значит... Может, пора? Да, мы заканчиваем официальную часть. Несколько напоминаний команды. Значит, команды, которые попадают на пляж Цейлон... Вот эти, что боим, что лохим на секторе, чем Цейлон... Там есть два сектора. Там есть два сектора. Сейчас въезд на пляж Цейлон закрыт. Бенатайм книсали Цейлон с Гура. Из Гура. Значит, вас специально, те, кто попадет на пляж Цейлон, перевезут на тендере работники Минелет и Кенерет. Миши Магели Цейлон, а Овдипши Минелет и Кенерет, я вижу всем барахет Шилаем, в тендер Шилаем. То есть, вы приезжаете на пляж Дугит офиса. Атем баим ле хоф Дугит, ле мисради. Там ваше снаряжение перегрузят на тендер, и на этом тендере вас привезут прямо в сектора. Шама я виру та кола цивут шелахем на тендер шела минелет, и шама я виру хем на сектора. Кроме этого, как всегда, команды, которые попадают на пляж Улан Дугит Дуга. У карагила квуцот шебаим ле Дуга Дугит Улан. Заезд будет там судья, значит, вам откроют ворота въезд на грунтовую дорогу, чтобы вы могли выгрузить ваше снаряжение и потом выгнать машину на стоянку, которая стоит фактически сзади за этой дорогой. Агниса и е карагил миа дуга, дуги, слиха, а ты махнисим та кола да рехавим шлахем, уредим та циют ве хаявим леуци рехавим лемаком аханая мисудар. זה דברים מאוד חשובים, כי מי שישיר שם הרכב, בסופו של דבר יקבל קנס. עוד משהו, תשימו לב שלא לבוא יותר מדי קרוב למים, כי כבר היה לנו עם חלק מהאנשים שהם נשקעו שם, ואנחנו אחרי זה היינו צריכים להוציא אותם. Я скажу по-русски то, что он сказал на иврите, он правильно сказал, о том, что категорически запрещено съезжать с грунтовой дороги на пляж. То есть все операции производятся именно на ней. Если вы съедете с грунтовки, вы можете схлопотать штраф 1000 шекелей. А к нас 1000 шекелей. Потому что как бы закон. По закону нас вообще не имеют права туда пускать, но нам делают такое дело. Команды, которые едут на север, то есть пляжи Цейлон, Гулан, Дуги, Дуга, там заезд в сторону пляжа Дугит, он через шлагбаум, где нужно брать талон. Это не значит, что вы платите деньги. Просто, чтобы ворота открылись, нужно взять талончик. Выпускать, если вам нужно будет выехать оттуда, будете связаться с судьей. Он будет открывать шлагбаум, открыл телефон. А кутсот, что баут ле хуфим, что немцаим в цафон, что это Цейлон, Дуга, Дугит, Гулан, הכניסה דרך השער אוטומטי,
לבקש גם לקחת כרטיס, זה לא אומר שאתם הולכים לשלם על זה. מי חושב את הפנגו? זה על מנת, כן, לא להקליק את הפנגו, זה על מנת שתוכלו להיכנס. ברגע שתרצו לצאת, מתקשרים לשופט הראשי, ואז הוא ידאג להוציא אותך. וגם מה שקשור למי שבא לבקר, אז אין להם כניסה, אני לא יכול לדוח להוציא אותם, למה? כי המצלמה מצלמת את המספרים הרכבים שנכנסים, אז כאילו לפי זה יכולים להוציא את הרכבים. פיליצי ורוסקי? Короче, те, кто к вам, если приедут гости, то они не смогут заехать бесплатно, они должны будут оплатить. Так что там не такие большие деньги, вы знаете. Там... Вы можете оплатить нам, мы примем все. Просто там камеры снимают. Любой таблиц на ваши деньги. Где проводить камеры? Вы видели, что я создал новую группу специально для отправки протоколов. Это группа без права ответа вашего, только администратор может там писать. Я надеюсь, что теперь там будет тихо и спокойно. Андрей Банак, קבוצה חדשה בוואטסאפ, על מנת שתוכלו לקבל פרוטוקולים, היא ללא אפשרות להחזיר לרשום שם משהו, על מנת שיהיה שקט, ואנשים יוכלו לישון בשקט בלילה, ולא לבקש בירות. Значит, напоминаю о том, что принцип жеребьевки у нас простой. Мы вызываем команды согласно записи в список. Команда подходит, вытягивает шарик. Это номер ее подхода. Аграла матхила каха. Куца альпия ершам баим. Ве мошхим та кадура. Кадура зе зе миспар шелем бе мишиха шеле сектор. После этого, согласно уже этим номерам, которые вытащили команды, команды выходят и вытаскивают номер своего сектора. לאחר שיהיה סדר בתור, אותה קבוצות על פי הסדר יגיעו וימשיכו את הסקטור שלהם. אוקיי, сейчас у нас будет капитан. Капитан и команд приглашаются подойти к сцене. Мы обсудим несколько вопросов. עכשיו, מנהלי קבוצה, קפטנים להגיע לפריזינג של הקפטנים. Во-первых, тут возник вопрос по поводу лестниц, которые мы не запретили с прошлого года. Легабея сулам, маша я шана шаба. Мы не запретили. Анаху ло витарну ала суламот. Миша оце, ласот зрика ми сулам. Лозрика. Леуци дак, стиха. Леуци дак ми асулам. Ад 2 метр. Ло ми уша пошла. Лестница до 2 метров. הסולם לא יותר מגובה של 2 מטר. יש לי פרשת, נגיד, בסוף את הרשנת, אני אעשה את הרשנת. מעל לגובה 2 מטר צריך להיות אישור של משרד העבודה ברווחה. יש לך. אדרי, איזה דקות מה אני מבקש? אדרי, איזה דקות מה אני מבקש? מה ששכחנו להראות למנהלי קבוצות שיש פה מספיק כדורים והם מדויקים, בסדר? מישהו רוצה לבדוק? תודה רבה. למה יש קבוצות? מישהו רוצה לבדוק אם חיממנו או לא חיממנו, מוזמן להגיע ולגעת בכולם. דימה לא פה. 25 קבוצות. 25 סקטורים. לפחות ישלחו לכולם בוואטסאפ בהמשך. значит, первый сектор это שקמים. סקטור הראשון זה שקמים. סקטור 2 это בירניקי. סקטור 2 בירניקי, תחילת הבירניק. סקטור 3-4 это צימפרי. 3-4 צימפרי. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый сектор – это Сусита. Михамеша Тейша Сусита. Сектор пятый находится здесь, возле спуска лодок. А сектор Хамешник Цалия, да, вот это сирот. То есть заезд именно с Ингева. А Крисайе, мисле сектора Хамеш Пелева, Микивун Ингев. Дальше у нас идет Лавно. Лахар Мигель Лавно.
Сабафа. Пришло 13-14. 15-й, 16-й, 17-й, это хавуки в лавном курсе. Мы 16 ад не 17 хавуки в лавном курсе. Все остальные сектора это дуга дуги. Коля шара сектор не дуги. И цело. И цело. Четыре сектора не жбе цело. Один пляж, делится на Матхилим, я повторяю, сначала мы тянем Матхана, Матхилим, выбору сектора. То, что на сектор. Сейчас Матхилим, мы акбуцот, что не ушиму. Михан, а ты сам выходишь. Let's go! Кавана, а ты бухер, то, что ха, не вход на сектор.